Всем привет, вы на канале Steven Games, и сегодня я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X, и это второе испытание на Джейсона Вурхиза. Сложное испытание, я не знаю, получится ли у меня его пройти, но надеюсь, что все будет зашибись. Точно сказать не могу, потому что, блин, пока что вроде все идет довольно легко и просто, но с каждым разом все становится сложнее и сложнее. На самом Джейсоне Вурхизе может быть все очень сложно. Но пока что я на 100% этого сказать не могу. Мне также доступно 3 боя. Точнее, я оставил 3 боя, чтобы сыграть их. Ну и, конечно же, попробовать победить. Я взял одну Соню Блейд Холодная война, вторую Соню Блейд Уничтожение. Почему я ее взял? Потому что кто-то в комментах написал: возьми, не пожалеешь. Ну окей, хорошо, возьмем ее. Возможно, я реально не пожалею, потому что у нее суперудар второго уровня наносит не так уж и мало здоровья. Поэтому мне, возможно, повезет. А возможно и нет, и я довольно быстро солью без особых проблем. В общем, ладно, не будем говорить о грустном. Давайте уж перейдем непосредственно к самому бою. И, возможно, сейчас, именно сейчас, я выиграю без особых проблем. Ну, потому что прошлое испытание у меня получилось таким образом, что мне пришлось потратить 90 душ. Или сколько? Или 60? 90. 90 душ на то, чтобы пройти по-быстренькому испытание, и все. Я надеюсь, здесь такого не будет. Посмотрим. Пока что, как вы видите, избить Ассасин Китану вообще никакого труда не стоит. Я даже на нее суперударов тратить не буду, потому что это не нужно. Она просто берет, отскакивает. Я ее бью, она берет и отскакивает. Ну что ж такое? Ну все, и вот слилось. Эрона Блэка мы прикончим суперударом второго уровня, чтобы он нам не мешал. Ну и остается Багром Рейден, который очень-очень жесткий дамажер, но при этом не особо сильный персонаж. Да, он, конечно, может сейчас вырубить нашего Кенши, но так как на нем еще не использовался суперудар, поэтому у него есть щит. А если у него есть щит, значит, что мы делаем? Правильно, выигрываем. Ну и, конечно же, победа. Победа. Кенши затащил. Кенши всегда тащит. Ну, блин, ну, что будет с Вурхизом этим, я, честно говоря, сказать не могу, потому что это, возможно, будет очень сложно. А возможно и нет. Я вижу 21к здоровья. Это не так уж и много, при том, что я буду использовать своих топовых персонажей, а в предыдущий раз не самые топовые персы участвовали. Я имею в виду в простом испытании. Ну, ничего страшного. Джакс Брикс, Кэсси Кейдж и Соня Блейд. А то все время хочется говорить Джак Брикс, S не проговаривать, потому что это сложно в каком-то смысле. Да, сложно S-ку проговорить, блин. Ну ладно, что ж, сейчас загрузится игра, и следующее испытание. Мы оба в броне, значит, все крутые, кроме меня, конечно, потому что здесь я могу слить, хотя нет. Я все время говорю, что здесь я могу слить, там могу слить, но на самом-то деле все довольно легко и просто. Хотя спецагент Кэсси Кейдж — это уже непросто. Надо первым делом снять ей суперудар первого уровня, чтобы, ну, имеется в виду снять броню, а не суперудар первого уровня. Но это тоже, кстати, сделать нужно было. А сейчас уже по-настоящему ее от нее избавиться, потому что она реально сильный персонаж и в любой момент может меня просто прикончить. Здесь мы делаем, по сути, то же самое. Наносим суперудар первого уровня, дабы снять броню. Вот сейчас, как я это сделал. При этом наносим категорически истощение, которое реально нам помогает. Здесь тоже, кстати, надо снять броню, а то тоже довольно сложно получается, когда с броней чувак какой-нибудь это начинает на меня атаковать, вот, например, как сейчас. А у него есть броня, и нанося суперудар, я проигрываю. Ну, потому что после того, как я нанес суперудар, у меня больше суперударов нету, и поэтому я проигрываю, просто проигрываю. И смотрите, что делает Уничтожение Сони Блейд. Она просто уничтожает свою копию, только русскую копию, скажем так, в общем-то, да. Ну, ладно, вот он, Джейсон Вурхиз. У Джейсона иммунитет к истощению силы. Возрождаясь, он каждый раз становится сильнее. Что значит Джейсон Вурхиз и что значит истощение силы? Это значит то, что удар Кенши, суперудар первого уровня Кенши, будет полезен только наполовину, потому что так-то он делает истощение, а этот Джейсон, он, у него иммунитет к истощению. Блин, это, конечно, хреново. Но ладно, возможно, пройдем с первого раза, а возможно и нет. Сейчас это все увидим, потому что мне кажется, что ничего сложного не должно быть. Не должно, ну просто не должно.
Так, это я не теми ударами бить начал. Так, тапами, тапами, давай, фигачь его. Пока что... Ох, я забыл совсем про это, но помните, помните, что у нас есть... А, что у нас есть? Я не помню уже, что у нас есть. У нас защита есть, щит есть, поэтому не так уж и много урона было нанесено. Так, пока что копим. Ох, 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 вы видите, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, Сонька, давай-ка ты попробуй тут что-нибудь сделать. Блин, зря я, наверное, суперудар первого уровня использовал, потому что здесь нужен второй, как минимум. Да, вот, посмотрим давайте. Ну, тут тоже щит, поэтому, как бы, меньше проблем будет с этим. Надо было его, конечно, не бить таким образом, не использовать суперудары. Блин, ну ладно. Что сделано, то сделано. Давайте вторую Соню вызывать, пока он не использует свои суперудары, будем набивать. Так. Так, 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 так. Отлично, отлично. То, что надо. Так, вот, 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 все, все, все. Теперь вызываем ее. Давай, 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 давай. Последний удар. Все, отлично, лег. Замечательно. Встал, встал, так, так, встал. Замечательно, суперудар второго уровня. Лег. Отлично. То, что нужно. Так, ставим блок. Блок. Вынес. Теперь делаем вот такой вот ударчик. Давай, давай. Блин, совсем чуть-чуть не дожал. Давай, бей, 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 Соня. Соня, Соня, нет. Нет, нет, нет. Проигрыш. Лег. Встал. Так. Супер удар второго уровня. Так. Победа. Да, мы это сделали. Не, ну это было, конечно, круто. Это реально было круто. Я думал, что будет сложнее, но нет, как вы видите. Как вы видите, все очень и очень просто. Хоккейная маска получена. Хоккейная маска, максимальный бонус здоровью 15%. Ну и плюс 30% сопротивления всем отрицательным эффектам. Отлично. Ну и там написано, когда 10-е слияние будет, что будет. Но до 10-го слияния, мне кажется, нам далековато. Поэтому Джейсон Вурхис, прокачиваем тебя до первой элиты. Смотрим, на что ты способен при первой элите. 1370 жизни и 1370 атака. В общем, все распределено таким вот образом. Ну и, в общем-то, все. Да, вот таким вот образом мы выиграли этого персонажа два раза без особых проблем. По сути, благодаря Кенши, благодаря двум Соням Блейд мы сумели это сделать. И, в общем-то, так вот. Как-то так. Я даже сказать не знаю, что. Мне казалось, реально будет все гораздо сложнее. Но на самом деле выиграть его довольно легко. Не топовыми персонажами, хотя должен быть хотя бы один персонаж 7 элиты 50 уровня. Хотя можете даже золотых персов понабрать 2 и 1 элиты, они, мне кажется, затащат. Потому что там 2 Sony Blade смотрелись неплохо, довольно неплохо. Но все равно Кенши очень много сделал для того, чтобы победить. Ну и, в общем-то, что ж. Насчет магазина, опять же, я говорю, мы будем брать персонажей, я не буду таким вот образом открывать паки, потому что мне советовали открыть пак за 200 душ, но я посмотрел, у некоторых людей там выпадает одна ересь, ненужная мне. Мне нужен один единственный персонаж, это либо Джейсон Вурхис, либо на данный момент это Эрон Блэк. Эрона Блэка я и приобретаю, поэтому, ребят, извиняйте, но мне важнее сейчас прокачать какого-то перса до какой-то определенной элиты. И поэтому Эрон Блэк у меня становится 3-й элиты. 14 тысяч жизней, 10к урона. Вот как-то так. Что ж, и насчет карт, о, не насчет карт, опять же, насчет персонажей, мы переходим опять же сюда, и вот сейчас я практически уже накопил, остается буквально, ну сколько, 51 тысяча монеты, 51 тысяча, и все, у меня Рейден становится 2-й элиты. Что неплохо для Рейдена, потому что сейчас я его тоже хочу качнуть. За обычные монеты, раз это можно сделать, я с радостью это сделаю. Ну а на этом испытание можно
сказать, завершено, кстати, перевели «Война фракций», и, кстати, в «Войнах фракций» можно опять же выиграть Джейсона Вурхиза, как я понял, потому что здесь написано «Поединки против других игроков, рейтинг достаточно высокий, чтобы получить». Нужно, короче, иметь достаточно высокий рейтинг, чтобы получить Джейсона Вурхиза в «Войнах фракций», поэтому, ребят, участвуйте, я думаю, у вас все получится. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.